Ребята, всем привет! Сегодня у нас отличная погода. Сегодня у нас 10 ноября. У нас час дня. Ребята, я на обеде. Вот так вот я красиво выгляжу. В белой рубашечке, там белый воротничок. И у меня еще 30 минут обеда. Я решил выйти сюда в парк. Потому что теперь я работаю вот здесь на Велдон. Рядом, если кто знает, где жил Дима, наш главный рыбак Монгтоновский. Мое место работы возле его дома на Велдон-стрит. Ребята, такой экспромтик. Как бы там все видео, которые я обещал по поводу Нордии, по поводу вторая часть, по поводу замены цепи ГРМ будут. Это видео я выложу сегодня. Вот, я просто хотел вам показать, какая у нас отличная погода. Плюс 20. Но дети вон ходят, видите, вон вообще в этом, как бы, в шортах, там, короче, с коротким рукавом. Это ноябрь в Канаде. Вот. Люди вон тоже ходят сегодня, как бы. И завтра будет тоже такая же теплынь. Люди с коротким рукавом. В рубашках там сейчас на роликах катаются, на велосипедах. Клены уже вон все такие. И Антоновка созрела, облетела, да, как у Розенбаума. Вот, получается, ну, как бы, вот такая ситуация. Деревья голые, так очень немножко, как бы, странно. Но, ребята, я уже из этого парка видео вам снимал, но, как бы, зимой было ветрено, холодно, мне тогда руки мерзли. А сейчас у нас ноябрь, 10 ноября, я в туфлях и без куртки, и вот просто в свитере, там, в рубашке, да, можно было в жилетку одеть. Вот. Получается такая у нас теплая, как бы, осень, отличная осень, просто я балдею, все балдеют, но, конечно, все переживают, что будет весной, там, что будет зимой. Такие погодные катаклизмы, они у нас сопровождаются сильными ветрами. Конечно бы не хотелось, если у нас завтра будет плюс 20, надо посмотреть, какой ветер, не хотелось бы, чтобы нас там поздувало или, как обычно, поломала столбы с проводами там и с деревьями. Как бы вот, это, вот этого не хочется, потому что на день бывает отключается свет, если очень сильные ветра, где-то что-то обрывается. Ну, это такое дело. Итак, ребята, вот такая бывает аномальная вот осень и такие аномальные дни в Канаде. Очень приятно. И завтра у нас Remembrance Day, это день памяти погибших, я так понимаю, там погибших во Второй мировой войне. Был батальон канадский, который высаживался в Диепе. И в связи с тем, что была плохая координация с американскими союзниками, они там, очень много их погибло. Вот. Завтра у нас праздник. И я, ребята, вам что хочу сказать. Это первый мой Remembrance Day за все тут пребывание в Канаде, уже более 3 лет. Когда я буду его отдыхать, когда я буду все эти праздники отдыхать, и потому что у меня наконец нормальный график, нормальная работа, и, ну, вроде бы хочется думать, что нормальное все остальное. Вот. Получается так, что все эти выходные, которые были, типа Пасхи, Рождества, Remembrance Day, Canada Day, там День Королевы, или и там еще какие, ну, точно уже не помню, я их все работал. Я получал полторы ставки за этот день, да, немножко больше денег там тебе зачисляли, но это не спасало это. Вот. Ну, получается такая ситуация, ребята. Вот. Всем, кому будут интересны кредитные линии, кредиты, автолон, автокредиты, ипотеки, в том числе рефинансирование, как вариант, обращайтесь к нам. Будем вас рассматривать, предлагать вам что-то. Вот. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Клиентов много, заявок много, поэтому мы работаем. Может быть, кто-то из наших ребят в Монтане будет тоже, как бы, нашим клиентом скоро, особенно по рефинансированию. У кого не хватает на первоначальный взнос, обращайтесь, все будем подходить гибко и все будем делать. Вот такие дела, друзья. Такой вот был короткий анонс, как бы, такой короткий, вам короткое включение здесь из парка. Всем счастливо, до свидания, до новых встреч, всем привет из Монтана, до новых встреч.